Всем привет! Вы находитесь на канале группы компании Carex. Часто наши клиенты задаются вопросом, а как же помыть лоджию нашим стеклоочистителем снаружи? Ну, внутри, понятно, все просто. А снаружи, не прибегая риску, то есть, чтобы не высовываться из окна, как-то им там промывать. А я расскажу сейчас, каким это образом делается, и продемонстрирую вам нашу удлиняющую штангу для данного аппарата, с которой, в принципе, с легкостью все это дело делается. Увидите наглядно, как чисто и что у нас получится. Приступаем к работе. Итак, для начала я вам покажу, насколько загрязнены окна. Сама лоджия. И насколько грязные у нас сейчас окна. Вот настает весенне-летний период. И, как обычно, по старой доброй этой традиции, мы начинаем все дружно убираться перед Пасхой. Вот. Все окна и в квартире, все должно быть везде чисто. И сейчас мы будем мыть нашу лоджию нашим аппаратом Керхер и удлиняющей насадкой, удлинительной штангой. А вот, собственно, и наш комплект для работы. Это удлинительная штанга. Как видите, до 2 метров, 1,22 метра, подходит для серий 1, 2, 5 бытовых аппаратов окномоев. Удлинительная штанга идет одна для стеклоочистителя и одна для моющей шубки, то есть для мытья изначально, а потом сбора аппаратом уже непосредственно всех остатков грязи и моющего средства. Вот такой аппарат. Здесь все регулируется, высота, то есть его можно под любым углом, используя, то есть для различных окон. Вот, но мы будем его использовать сегодня вот таким образом. Вот. Приступаем. Начинаем. Разбрызгиваем моющее средство. Далее все это дело таким образом промываем. То есть, как видите, я только высовываю руку, то есть сам туда не высовываюсь в целях безопасности. И все это дело легко, в принципе, делается. Вот поверхность промываем. Вплоть до самых уголков все нормально получается. И далее вот таким образом включаем аппарат и все это дело под вертикальным наклоном, под горизонтальным, извиняюсь, все это дело вот таким образом собираем. Далее таким же образом проходим все остальные окна снаружи, внутри, изнутри уже таким образом, как в частных домах высокие окна промывают, то есть стоя на полу. Ну, в принципе, все, порядка 30 минут, и вся лоджия будет готова. Ну все, готово, друзья. Благодаря данному удлинительному комплекту Керхер мы
за одну зарядку аккумулятора успели пройти 6-метровую лоджию. Ох, как вообще аж блестит все. На улице все идеально видно. Ну, то есть, можете заметить, насколько все получилось отмыть идеально. То есть, с внешней и с внутренней стороны, как было изначально показано, на вытянутую руку, не вылезая из окна, все это дело легко и быстро промывается и чистится. Так вот. Все готово. Спасибо за внимание.